Путин также говорил о событиях, которые сейчас активно обсуждаются в мире. Он осудил то, как средства массовой информации освещали гибель Муаммара Каддафи. Семью Каддафи почти все убили, его труп показывали там по всем мировым каналам. Ну, посмотреть невозможно, без отвращения просто. Ну что это такое? И показывают, значит, как весь человек в крови, раненый еще, живой, его добивают, все это выкатывают на экраны. Вообще ничего подобного нет в морали ни одной из мировых религий, ни в христианстве, ни в иудаизме, ни у мусульман этого нет нигде. Так, чтобы вот так вот, вот такие вещи выкатывать, да, выкатывать вот это на средства массовой информации. Я сейчас не говорю про политическую составляющую, это отдельная тема, там, да, гражданская война, но то, что вот это демонстрируется на экраны, миллионы людей смотрят, в том числе дети, кстати говоря, смотрят. И это уже это не анимация какая-то, не художественная мысль, это же картинки из жизни. Но ничего хорошего в этом нет.